В последнее время в Лисичанске троллейбусы в утренние часы пик приходится долго ждать пассажирам, а особенно пенсионерам, для которых это единственный вид общественного транспорта, на котором предоставляется в городе льготный проезд. Редакция «Зараз.Инфо» 10 июля проинспектировала ситуацию с графиком работы троллейбусов. В 11:00 на остановке «Центральный рынок» наблюдалось большое скопление пассажиров и отсутствие троллейбусов. Добрый день, сайт «Зараз.Инфо». А скажите, пожалуйста, как насчет обеспечения общественным транспортом троллейбусом в городе Лисичанске? Троллейбуса ждете целый час? А со скольки вот сейчас время, сколько? То есть во сегодня вторник, да, 10 июля. И вы час уже сидите, ждете троллейбуса. Собралось столько людей, да? Здравствуйте, сайт «Зараз.Инфо». Давно троллейбуса ждете? Давно, полчаса, да? Сейчас будет. Вот это так много людей. Да. Не хотите привет передать? Кому? Городским властям. Властям? Местному самоуправлению. Нехай лучше работают, чтобы было сообщение в городе. Понятно? Чтобы было сообщение хорошее в городе. Чтобы был троллейбусный парк. Почему в Северодонецке троллейбус за троллейбусом, а у нас 4 коллеги скрипящих, а не троллейбусы, які разваливаются на ходу. Вот мы хотим передать властям, чтобы они для пенсионеров и для жителей людей беспокоились о них и делали транспорт более доступным. Вот. И по ценам, и по количеству маршрутов, и по оборотам маршрутов. А не по часу сидеть ждать троллейбус. Понимаете? Спасибо. Пожалуйста. Так люди штурмуют. Золотарёвка, автобусы покажем. Все. Единственное, маршрутки у нас свободные, да? Подливаны свободнее, вы глянь, как оно забыли. Рай для маршруток. Здравствуйте, сайт «Зараз.Инфо». Скажите, как обеспечение с транспортом в городе Лисичанске? Ужасное, плохое. Вы пенсионерка? А в маршрутках бесплатно ездите? Нет, конечно. Не бесплатно, то есть не дают возможности проехать бесплатно? Да? Спасибо. А вы знаете, что должны бесплатно вообще ездить? Спросите у водителя, что меня спрашивают? Всего доброго. Плохим вообще. Вот такое состояние с обеспечением пассажирским транспортом в городе Лисичанске. Троллейбусов нет, зато маршрутки забиваются под завязку пассажирами. И увозят пассажиров. 10 июля 2018 года. Город Лисичанск, центральный рынок. Штурм троллейбуса пенсионера. Время уже... Который час, скажите? Двенадцать тридцать пять. Вот нам подсказывают жители Лисичанска, сколько время. Уже в принципе рынок практически заканчивает свою работу. Люди ждали час приезда этого троллейбуса. Добрый день, вот за проезд. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сайт «Зараз.Инфо». А? Сайт «Зараз.Инфо». Один час не было троллейбуса. Сколько сегодня троллейбусов 10 июля на линии? Три троллейбуса. А каждый день сколько? Каждый день. Вчера было два. Вчера два вообще было? Да.
А 4, 5, 6, 7 троллейбусов где? Только 3 троллейбуса? Их столько нет. Да? Они есть, но их делать там надо. Ну и с какой периодичностью вы ходите на линии? Троллейбусы ходят? За проезд. С какой? Когда их 4, мы ходим с 17 минут интервал. Да. А когда 3? 20 минут. Ну, люди жаловались вот сейчас, час ждали. А сейчас они ждали, потому что мы полчаса. Стояли. А почему стояли? Потому что на подстанции там линия чья-то отключилась, что-то не знаю. Спасибо. И так каждый день отключается линия в час пик. Нет. С 10 до 11, до 12 дня? Не отключается? Хороший вопрос, только не будет человек. Вы не мне. Ну каждый день давайте. У вас такое происходит или нет? Скажите. Я понимаю, не вам, просто ответьте вопрос. Потому нет, что не каждый день. А людям жаловаться, по-моему, есть транспорт, который нужно уехать. Спасибо.